Виктором с тобой. Стой, стой. Что? Это уже не Виктор. Здрасте. No lawyer. Оу. Шлюхи! Здрасте. Hey there, friend. A bit of advice. You look like you could use some protection. Lucky for you, I got what you need. My stock and trade, all kinds of easy to... Это не у меня в животе заурчало, простите, извините. Прошу прощения, не я заурчал в этом. Красавец. Но не очень. Шлюхи! Шлюха! Шлюха! Эй, no one but Omerta's world. Шлюха! Будь прости с ним. Где шлюха? Я пришел за шлюхой. Вон она! Она убежала! Блядь! Посвалим, свалим. Бум, погиб. Плевать! Где шлюха? О, смотрите-ка, как мало мы знаем. Стоп. Почему все успокоились? А где шлюха? А, вот шлюха. Шлюха, я нашел тебя. До свидания. Стой, шлюха! Ай! Это всего лишь был страшный сон. Ладно, пойдем дальше. Это, наверное, для Bethesda, кстати, или там для... Вау, они все... What the fuck, ребят? Да, НКР, да здравствуй, все пьяницы. Ладно, о, здравствуй, мадам. What the fuck? It's been a long tour. All I can think about now is going back home. You idiots are giving us a bad name. Ты чё, ты идти, я смотрю не можешь. Я смотрю, кстати, для Bethesda это самое, это прям настоящее, как это, просто порно для них, вот, то, что персонажа, шлюха, который там стоял, если честно. А, Виктор, здравствуй. Well, howdy, partner. Good to see you again. Пойдём, Виктор. I see you brought a friend. Sorry, but they're gonna have to stay outside. Дерьмо. Ну ладно. Come back soon now. А, пошли. Ну, у нас оставайся здесь, я скоро с тобой вернусь. Итак, я... Lucky 38. Здравствуй, Виктор. Where to, partner? Наверное, на самый верх. Пентхаус, оу, yeah. То есть там будет высоко, красиво, среди звезд. Пентхаус 4. Оу, детка. Well, hello, sugar. Mr. House is waiting for you. Действительно, с тобой не собираюсь ничего делать. Я смотрю, брат и сестра, а может быть и нет. Так, куда мы идем? Здравствуйте, я пришел. Ты кто вообще такой? А? Ну, не рабочий. А? Блин, нет, страшно. Пойдем отсюда. Здравствуйте. О, здравствуйте, мистер Хаус. Не знал, что вы выглядите прямо вот так. Coming, ну, немножко. You've come a long ways, literally, and I suspect figuratively as well. А? I have to ask. Now that you've reached your destination, what do you make of what you see? Да, мне вообще похуй. Я такого никогда. Of course you haven't. Vegas always was one of a kind. What you see down on the strip is just a fraction of the city's former glory, and yet more than an echo. I preserved its spirit. Or perhaps you were referring to the Lucky 38? The years haven't been kind to her, but still she manages to impress. Да, перейдем к делу. The business is this. One of my employees has stolen an item of extraordinary value from me, and I want it recovered. Simple enough. Ну, что ты предлагаешь? My only concern is the recovery of the platinum chip. What happens to Benny, I leave to your discretion. Хорошо. When you bring the chip to me, I will pay you four times the delivery bonus stipulated in your contract. How's that? Ну, это охерительные деньги, слушай. Спугнешь фишку. Повысь цену или спугнешь фишку. What the fuck? И я принимаю твою услугу. Я хочу задать еще несколько вопросов перед тем, как принять решение.
Ну, короче, посмотрим. Я принимаю твою Well enough. Return to me when you have the... Я достану. Until then. Connecting lost. Видно, не совсем потеряно. Ладно, до свидания, ребят. Так, а фишка, как бы, да. Enjoy all the Vegas strip as well. Думаю, Виктор. Congratulations, partner. You just there and... О, правда? Президентский люкс. Отель бар, поедем президентский люкс тогда, посмотрим, что у нас здесь есть. Куча веселья. Люкс крупный игрок. Вау, это... Слушай, это офигительно. Тут даже есть подушечка, тут даже есть очки, если что понадобится. Это охерительно! Поехали дальше. Где у нас есть? Есть. Давай, давай, откройся. Откройся, стой. Ты меня пустишь? Where to, partner? Хорошо. Так, коктейль бар. Пойдем посмотрим, что у нас здесь. Вообще, господи. Я как будто, знаете, как будто я играю в последнего Duke Nukem и нахожусь в... Ладно, давайте президентский люкс, казино, остаться на месте. Поехали в казино, короче, убираемся отсюда. Здесь делать совсем нечего и неинтересно до боли. Поехали. Короче, нам сейчас нужно найти платиновую фишку. Она находится у нашего Бенни, дорогого Бенни. What the fuck? Hey, you there. I have a message for you. Okay. It's from Ambassador Crocker. Very important. Here you go. Записка посла Крокера. Незручный, необходимо с вами переговорить по вопросам исключительной важности. Я полагаю, что во время своих транслей могли убедиться, что Новая Калифорния Республика проводит пахать в целом Нью-Йорксе, в частности, политику, направленную на благо общества. Хотелось бы отметить, что наша богатая республика способна наградить людей, действующих ее интересы, какие бы мотивы ими не руководили, а патриотические или меркантильные. Позвольте также уверить вас, если в былые времена вы совершали действия, которые были сочтены некорректными или даже преступными по отношению к республике, моей власти дело так, чтобы об этом недоразумении забыли. В ближайшее удобное для вас время прошу навестить меня в моем офисе, расположенном о посольстве Новой Калифорнийской Республики, южная часть Стрипа Вегаса. Боже, храни Новую Калифорнийскую Республику. Деннис Кроки. Через чрезвычайный и полномочный посол государственный департамент и Новой Калифорнийской Республики. Вот такие вот гребаные дела. Кто бы, блин, мог подумать. Так, казино всегда выигрыш. Платиновую фишку мистера Хауса. Звонок. Разберитесь с Бенни в казино Топс. Все, идем в казино Топс. Поговорим с нашим гребаным Бенни, Мэнни, Гре... Че ты, куда ты указываешь? Ты... Что? Что за счет? Ты что, круто выглядишь? Ладно, ребят, я выгляжу действительно круто, но не надо так сильно засматриваться. Так, давайте я сохранюсь, наверное, потихонечку, помаленечку. Новое сохранение. Здесь, кстати, музыка играет. Может быть, меня отключить мое радио. Ладно, пойдем, ребят, заходим сюда внутрь, посмотрим, разберемся мы с моим любимым Бенни, или нет. Hey, fellow, welcome to the Topps Hotel and Casino. I'm gonna have to ask you to... Оставить оружие скрытного ношения. Конечно, держи. Smooth and easy, just the way I like it. Don't worry, there'll be as safe as... Хорошо, спасибо. Oh, and a friendly word of advice. If you happen to stumble across any weapons during your stay here, well, just don't wear them openly, you dig? Now that we got that little business out of the way, what can I do to make you... Куда ты дел мое оружие? А что ты вообще делаешь? До свидания. Have a good time, baby. Baby? Ну ладно, допустим, я похож на бэйби. Председатель, здрасте. Ring-a-ding, baby. Детка? Они все друг друга здесь бэйби называют или что? Hey, baby, what's the haps? Вы сейчас просто не видите мое лицо, оно похоже на то, что как будто меня сейчас тошнит. Играй, Блэк Джек! Пойдем, Блэк Джек! Блэк Джек! Куда идти? Hey, baby, what's the haps? Господи, я... это наверняка баг, но мне нравится этот баг, мне называть здесь бэйбичкой. Жаль, я, конечно, не девушка играю. Welcome to the Tops, how can I help you? Крышки на фишке. Ну, давайте, допустим... А, у монеты легион на фишке. How many chips... Фишек за... Ладно, неважно. Давайте крышки на фишке. 5 фишек. Давайте, допустим, 100 фишек за 100 крышек. Отлично. Все, пойдем играть! Ёбаный в рот, Блэк Джек! Детка, ох, ноги чуть не сломал, поехали! Итак, что здесь делаем? Так!
Так, отлично! Deal must draw to the lowest and... Так, сдать, увеличить ставку. Отлично, уменьшить ставку, максимальная ставка, а можно даже было сдать. Так. И... я ничего не проиграю, еще карту. Так, это либо 11, либо 1. Вот это дерьмово, вот это очень дерьмово. У нее пятерка. Так. Так, ну не знаю. Либо 11, либо 22. Рискнем! Отлично, так, это у нас получается сколько? 2, 11, 1, 16. Рисковать не буду, достаточно. Я убью тебя до смерти, сука! О боже мой, я проиграл. Вот дерьмо. Вот так. О, блин, у меня совсем не осталось крышка. Ладно, как я понимаю, Бун где-то там остался без меня. А он автоматически со мной не пошел, как я понимаю, после того, как он остался у здания. Lucky 38. Но, видно, да, он не остался. Ну ладно, пойдемте тогда наверх, в топс. Это что за хрень? Ребят, здравствуйте. Вы еще кто такие? What in the goddamn? Здравствуй! Let's keep this in the groove, hey? Smooth moves, smooth. Hello. The guy everyone saw go in the Lucky 38, that was you? Oh, shit. You want a reason? How about four? That way. They're called bodyguards, and every one of them is packing. Me too, so baby makes five. Okay. Add to that, every chairman in this joint is armed, and not with some holdout pea shooter like maybe you smuggled through security. Anyhow, baby, you didn't come here for vengeance. You came to get clued in. Baby, что за хрень? What say you and me cash out? Go somewhere that's more private-like. Any questions you got, I'll answer. Что у тебя на мне? To start, I'll comp you the presidential. Best suite in the house. You deserve a taste of the VIP lifestyle. Ты меня стрелял. I'll hang out down here for a while to make everything look business as usual, then come to you. Any questions you got, I'll answer. Guaranteed. Два условия. Потеряй своих охранников, и в номер мы идем вместе. Прямо сейчас. If that's what it takes to win your trust, that's what it takes. Follow me. Киев. Но это уже получше. So no funny business. Окей, ладно, пойдем чё. Ой, блин, бегу быстро. Ой, прости, прошу прощения, не хотел я так идти. А, здесь можно увеличить, кстати, чё, забыл совсем. Так, ну ладно, окей, пойдем. Возьми ключ. Поехали, что ли? Куда дальше-то идти? А, блин, мне кушать хочется. Чего ты меня обезвожил? Поехали. Если он совсем пропал? Да, мне теперь хочется попить. Так, я вроде брал грязные воды. Этого хватит должно быть. Эй, Бенни? Now that you and me's got some privacy, I gotta ask, how is it that you're still living? Ладно, из-за этой удачи я оставлю все как есть. Меня выкопал секьюрити, врач в Good Springs и привел в порядок. House was on to me from word go? I thought I was being so clever. Once you were vertical, how'd you track me down? А ты, кажется, что-то обронил Boulder City. Показать Бенни его зажигалку. To think I deemed that flint box my lucky charm. Oh, the irony. I guess that's enough scratching around at first base. Tell me, which way is the wind gonna blow? Я думаю, почему бы тебя просто не убить? У меня есть вопросы и много. Если ты думаешь, что мы сработали, я выслушаю твое предложение. Допустим, да. You help me, and before long, the chairman will rule all of Vegas, dig? With enough robot muscle to back it up. You'll get a sweet, juicy cut of that action. But until that day comes, I'll keep you on retainer and pay bonuses for special missions. How's that sound? Nom 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 nom. Давай ответ. You got questions? I got answers. Я хочу спросить тебя о фракциях, которые предъявляют права на Вегас. Yeah, it's a tricky... А, то есть это... О, это много, ребят. Перчатка? Personally, they...
Ну, вот перчатка звучит как-то очень пошло. Так, ладно, пойдем, так это, об этом мы говорить не будем. Но помоги мне понять, что ты затеваешь. Broad strokes, changing the Securitrons are where it's at. I need a way to control them. I get those two ducks in a row, Vegas can defend itself versus... Baby, the odds may look long, but that's just because we ain't done rigging them. Что это за пидоры здесь живу? Какого хрена? I've gleaned a lot. Они же не хиппи, чтобы меня бэйби называть. Baby, do you not understand the level of game here? What I did to you was rotten. But if you think House, the NCR, or Caesar won't kill to put Vegas in their pocket, I really did blow out your brains. Was a time I would have agreed with you, but this, it's too big. It affects too many people. I can't get hung up on those details. Something. Так, что ты предлагаешь? Помоги мне понять, что затеваешь. Давай поговорим о платине. It's the house edge, baby. Literally. It's what Mr. House needs to stack the odds in his favor. Baby, the gas. Сколько можно? It belongs in the hands of someone who can use it, as in me, not you. You'll get a piece of the action and a sweet one, but the chip sticks with me. It has something to do with the Securitrons, I know that much. Upgrades their hitting power, gives them heft. Might be slightly useful if you're looking to defend the strip from Caesar's Legion or the NCR. Or maybe both. Да, как она работает? It's some kind of data storage device, Dig. So it's the data on the chip that's Trouble is... Like I said, once the chairman are running Vegas, you'll get a percentage. Until then, I'll pay you a retainer and bonus. Да, вот я тебя прощаю. You forgive me? After what I done? Baby, are you trying to make me cry? I don't know what to say. Words don't begin. The least I can do is copy the presidential for as long as you want it. This spirit of forgiveness you're showing me. It's enough to make a player rethink what it means to win. You're 18 carat, baby, all the way. Что за хрень? Что такое вообще? Свежий яблок? Эй, куда стоишь? Something else you wanted to know? Так, давай поговорим о платинах. Ты что затеваешь? Так, ладно, смотрите комнату Бенни в поисках ответа на свои вопросы. Хорошо. Так, давай посмотрим, что мы будем делать с его звонок. Okay, ну ладно, пойдем тогда посмотрим его апартаменты. А сюда поедете? Окей. Да, тафа, окей. Значит, нам нужно идти по лестнице, чтобы добраться до его комнаты.